Концертами, играми и выставками отметили День семьи в прифронтовом Рубежном на Луганщине. Несмотря на боевые действия всего в трех десятках километров от города, рубежане стараются максимально отвлечься от трудностей войны, особенно в праздник. Насколько им это удается, оценила Виктория Васильченко. Центральная площадь и сквер возле Рубежанского исполкома заполнен людьми. Здесь жарят шашлыки, играют, поют и показывают свое искусство жителям города. Шутками, песнями и весельем пронизана атмосфера праздника. Особое внимание рубежане уделяют выставке мастеров. Здесь настоящий аншлаг. Каждый хочет посмотреть на удивительные творения своих земляков, а также сфотографироваться на фоне экспонатов. Каждый из них – шедевр, которым мастера вкладывали свою душу и умение. 3 года назад начала делать. Это чулочно-носочная техника. Попробовала, получилось. Именно выпиливаниями начал заниматься, так скажем, где-то с 2007 года. Именно выпиливанием, конкретно. Выпиливанием 2007 года. Я, скажем, такой товарищ немножко разношерстный. Вот. Занимался чеканкой, занимался литьем, занимался лепниной. Сначала это было для души. В данный момент я преподаю в комплексе внешкольной работы, вот, занимаюсь с детьми. Стараюсь юмор изображать, типа народный фольклор. Вроде чуть-чуть что-то из жизни почерпываю, и чтобы людям было это, ну, понятно и доступно, и весело, и смешно, как бы не выразиться. На выставку мастеров пришли и начинающие умельцы, которые делают свои первые шаги в мире искусства. Я занимаюсь только 2 месяца. Вообще я рисую с 5 лет. Но я не занималась ни в художественной школе. То есть, получается, я, как сказать, вот пришло в голову, давай рисовать. Начала рисовать. Это уже 26-й день семьи, который отмечают в Рубежном. На следующий год ожидают еще большее количество участников.